Последний раз, ребятушки, крутим кейс. И с этого кейса я не знаю, что выпадет. Ребят, пожалуйста, нож, нож, выпади нож. Выпади нож, пожалуйста. Нож выпал, yes, нож, нож, бабочка убийства. Изи, ребят, изи. И сейчас мы его сразу же, ребятушки, нож, бабочка убийства экипировать. Найс, нож, какой красивый вообще, ребят, просто супер. Йоу, ребята, у микрофона по-прежнему Рамзес, мы возвращаемся в кэсочку. Ребят, решил сегодня сделать обзор, точнее поиграть на таком замечательном паблике под названием Мясной Паблик. Сразу, ребят, скажу, здесь похожая сборка, как у меня паблика, то есть, ну, даже не похожая, а почти такая же, ребят. Тут некоторые нововведения введены, то есть вот такой паблик, как у меня эволюционный паблик. Так что, ребятушки, тоже можете залетать сюда, играть вместе со мной. Я здесь тоже частенько буду играть. Первый раунд у нас получается на ножах, я на этом сервачке, ребятушки. То есть вот силлер первый, понимаете, ребят. И мы продеваем карту на 60 минут. То есть ставим 60 минут. Так, давайте, давайте искать его. Где он, где он, где он. Где, перезайди. Так, давайте мы его убьем. Вот тоже такие же скины, ребят. Такие же скины. Найс, он меня убил. И у меня есть код секретный. То есть пишем в консоли секретный код, вот типа, и вставляем его вот сюда. И нам зачислено 50 тысяч баланса. То есть, и мы можем сейчас крутить, ребят, кейсы, магазин скинов. Вот купить кейсы, можем купить кейс за 70 тысяч. И вот крутится кейс у нас, видите. Ну вот вы сами же видите. И нам сейчас выпадет какой-нибудь скин. То есть вот ждем, 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 ждем. И нам... И нам выпал, ребят, Desert Eagle пламя. То есть, прикольно. Давайте еще покрутим. Начинаем сейчас. Подождите. Нужно подождать. Подождите несколько секунд. Вот, все. Ждем. Начинается крутится кейс, ребят. Крутится кейс. У нас уже 35 тысяч. То есть, вот так можно. Он может выдавать нам главный админ. Можете покупать у него скины. И АК Северное Сияние выпадает, ребят. Очень круто. Очень крутая моделька. Вообще просто супер. Так, то есть, сейчас мы все себе поставим, еще раз давайте крутим, 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 крутим. Просто вот на эти все деньги покручу, ребятушки, кейсы, посмотрим, что из этого получится. И выпадает нам с этого кейса Glow Gradient. Неплохо, 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 отлично, можно так и сказать. Так, то есть, я один на сервачке, он просто выдал мне пострелять, ребят, показать вам вот, вот эти вот кейсы, то есть... Ну, вы сами прекрасно знаете с эволюционного паблика, то есть, а здесь рак называется мясной паблик, то есть, вот так. И с этого кейса нам выпадает ЭВП Азимов, ребят, очень круто, блин, сейчас буду с ней катать. Все, ставлю и начинаем, ребятушки, катать с ней. То есть, вообще, просто круто, блин, ЭВПшка Азимов выпала, ребят, то есть, многие, ну, реально, многие считают ее очень крутой, мне она очень тоже нравится. То есть, ребят, очень-очень круто. С этого кейса у нас еще два раза, нет, один раз можем. Нож, 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 нож выпал, ребят, нож выпал, штык-нож, мраморный градиент, отлично. И последний раз, ребятушки, сейчас мы покрутим. Да, вот, все, последний раз мы крутим, блин, нож выпал. Последний раз, ребятушки, крутим кейс, и с этого кейса я не знаю, что выпадет, ребят, пожалуйста, нож, нож, выпади нож. Выпади нож, пожалуйста. Нож выпал, yes, нож, нож, бабочка убийства, изи, ребят. Изи, и сейчас мы его сразу же, ребятушки, нож, бабочка убийства экипировать. Найс, нож, какой красивый вообще, ребят, просто супер. То есть вот можем посмотреть, вот он такой. Так что, ребятушки, никто не победил, никто не выиграл. То есть вот такие вот, как у меня на сервачке, ребят. Ну, то есть очень прикольно, давайте сразу же N6 нож поставили себе. АК у нас Северное Сияние, то есть экипировать. И сейчас купим АК себе, вот АК-47, то есть вот смотрите, какой АК. То есть очень красивый, очень годный, то есть, вот, блин, просто космос, ребят, вот. Очень красивый. Так, так что, ребятушки, жду вас всех, залетайте, будем с вами играть здесь. То есть, ну, сервачок реально прикольный, реально мой. То есть, вот здесь все модельки, все как в CSGO, C4 должна быть заложена на месте закладки. То есть, вот здесь, вот, ну, в Counter-Strike 1.6, ребят, как вы знаете, можно ставить вот здесь. И, то есть, воевать, вот будем... Так, вы на зоне объекта, выберите там что-то такое. И вот, вот такая вот бомба, ребят, как в самой CSGO, то есть... Ну, очень круто, согласитесь, очень-очень круто. Так,
Ну, мы пока что одни, ребят, ну так что вы заходите, будем сегодня с вами играть здесь, вечером вот видосик выйдет, и сразу же будем с вами играть. Я считаю, ну реально годным будет, поиграем с вами, повеселимся и все такое. Так что вот так, ребятушки. Давайте сейчас, как онлайн появится, я сразу же включусь, ребят, и мы немножко поиграем с вами, повеселимся и все такое. Так, все, ребятушки, мы продолжаем, уже кто-то зашел, то есть сейчас мы будем играть, поиграем немножечко. Нажмите кнопку, чтобы купить, то есть давайте купим дигл, наверное, и с диглом поиграем. У нас, о, кстати, давайте в магазин скинов зайдем и купим дигл, где у нас пятерочка дигл, купим. У нас история, а, у нас пламя есть, экипировать, все, у нас есть моделька дигла, все, отлично. И первый раунд, я так понимаю, на ножах будет. Первый раунд на ножах у нас будет, так. Почему-то он мне не прописал привилегию. Я не знаю почему. Вот, то есть, видите, ребята, я прописываю, у меня нет привилегий. Не знаю почему, но ничего страшного. Мы просто поиграем, так все такое. Повеселимся. Так, а, первый раунд на ножах. Я забываю все время. Забываю все время, ребятушки. Так, где же он? Где, ребятушки, он? На КТ спавне его не видно. А, у нас плент есть, в принципе. А, нет, вот он стоит. Мы можем его. Опа! Вот так. Опа, и вот так, на изи просто. На изи убили, и мы побеждаем этот раунд, ребят. В этом раунде мы можем себе калаш купить, вот этот, который мы выбили со скинов, ребят. То есть, покупать деньги, вот эти игровые валюты, можно у главного админа. То есть, ребят, можете ему писать, все ссылочки, все будет под описанием. Пишите ему, он вам, типа, выдаст все такое, так что можете не переживать. Так, его почему-то нету. Так, давайте мы... По 3, по сколько патроны стреляют? Так, я просто поставил. Так. По одному. 3, здесь 3. У меня просто на мышке, ребят, кнопки здесь. То есть, да, по несколько пулек может стрелять. То есть, вот сейчас поставил по 2 пульки. И сейчас, вот. Изи. Изи, просто изи, ребят. Почему-то он АФКшит. Не знаю почему. А, где лорд? Не знаю. То есть вот так вот. То есть я ему, ребятушки, свою сборку продал. Он попросил, типа, я почему бы и нет. И вот. И сейчас он заказал, ребят, пиар-сервис своего. Вот. И я решил, то есть, его поснимать. То есть вот так вот. То есть вот, блин, мне нравится, как бабочка, он вот так стукает по стене. Очень прикольно. Так. А, я же забыл. Я по 2 патрона поставил себе, ребятушки. И все. И все. И все. И все. Изи. Изи, изи, просто изи, ребят. Давайте сейчас Б4, АВП-шка у нас должна быть азимов. А, то есть, смотрите, ребят, Н6, АВП-шка. Мы же выбили с вами азимов, экипировать. Ух ты, вот это азимов наш, ребятушки. Мы выбили его, то есть сейчас у нас уже нож есть, градиент, глок и АВП-шка азимов. То есть, понимаете, насколько это круто, ребятушки? Так, то есть вообще просто супер, 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 ребят. Такс, 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 такс. Найс, попал, убил, отлично, 40 минут выбираем, и все, ребяшки, изи. Вот так. Давайте, в принципе, последний раунд сыграем. Давайте возьмем калаш. С калашом быстрее будет, убьем его. И все, вот такая азимов. И будем, наверное, ребятушки, заканчивать. Потому что и так уже поиграли немножечко. Так что, ребят, жду вас всех. Залетайте обязательно, играйте вместе со мной. Здесь вот буду играть, ребят, еще. Так что вот так вот, давайте. Опа, убил меня. Вот так, так что все, ребяшки. Залетайте, играйте вместе со мной. Давайте напоследок скин какой-нибудь на эмочку купим. Скоростной зверь. Сколько стоит? 2000, посмотреть. Вот такой зверь купить. Все, купили себе. У нас еще 3000 остается. То есть за убийство, там за плент бомбы, за дефьюз. То есть даются вот эти рубли. Так что, ребятушки, все, буду заканчивать. Вот наша группа серая. Там все оставлю под описанием вот этого серочка, ребят. Так что залетайте, играйте вместе со мной. Кто хочет, покупайте привилегии, ребят. Ну а с вами был я, Рамзес. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.